Данстарта здесь без фальстартов обошлось. Как всегда, Дамир Курбанов старается вырваться вперед. Удается ему это, но Алексей Родин не так далеко. Вот здесь к разветвлению уже быстрее Алексей. И финиш. Алексей Родин первым будет. В ствол надо соединять. Соединяет. Успевает. 15-19. Предварительные результаты. Тогда уже будут смотреть по результатам полуфиналов. А в полуфинале 16. Алексей Родин, все поздравляют, 15-19, второе время дня. Ну вот два основных соточника сборной России, два человека, которые выбегали из 15 секунд в своей карьере.